6 июля полиция начала расследование трагедии на Степовой. Там произошло частичное обрушение многоквартирного дома. В результате в собственной квартире погибла 83-летняя пенсионерка. На нее упал потолок. Других пострадавших нет. На место инцидента сразу приехали спасатели и правоохранители. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Трагедия может получить квалификацию нарушений установленных законом требований техногенной безопасности.